Задачи, которые были поставлены руководством, были достигнуты. Мы выиграли кубок и стали чемпионами. Но эти задачи могут, ну, меня могут радовать, но больше меня интересует всегда содержание нашей игры, то, как мы играем. Здесь, конечно, у нас были проблемы, но они связаны там с тем, что, ну, игроки у нас такие, которые мы смогли привлечь. Поэтому все, что было возможно выжать с них, мы выжимали. Вот, результата не дали, и это хорошо. Вот, насколько эти игроки, допустим, будут готовы к более серьезным играм, трудно сказать. Думаю, что у нас, если будет задача на следующий сезон Суперлига, наверное, у нас будет по составу изменения и очень серьезно. То, наверное, там за счет того, что был достигнут больше баланс между забитыми очками и пропущенными. Я почему-то думал, что мы будем более лучше защищаться. И игроки такие были подобраны и настроены на то, чтобы лучше защищаться. Но я скажу, что уровень немножко изменился всей этой лиги. И появились команды, где есть игроки, которые способны забивать и забивать достаточно хорошо и много. Вот мы в каждой игре в восьмерке имели проблемы с тем или иным игроком из противоположной команды, которые в своей команде являлись лидерами, и не так легко было с ними справиться. Поэтому мы немножко больше стали пропускать, но немножко больше стали забивать. То есть, ну, баланс приблизительно, я думаю, мы такой, как в прошлом году. Из такого глобального разочарования, то ведь поражение — это было следствие. Это причина поражения состояла в том, что мы в межсезонье не смогли удержать игроков, которых хотели удержать. В первую очередь первого номера Юру Зазулю мы не смогли сохранить. Поэтому мы имели просто объективную проблему по составу. Пытался я каким-то образом эту дырку закрыть, но не случилось так, как мне думалось. Вот. И с этим связано поражение. Вот, поэтому мы сразу по ходу перестроились, некоторых игроков убрали, некоторых добрали, и, слава богу, до конца сезона мы прошли без поражений. Ну, сегодня подписан контракт с Виталиком Близнюком, вот, достаточно мощный парень, и, скажем так, сегодня в Украине, к сожалению, на мой взгляд, эта позиция 4-5 номера, она очень проблематичная, просто нет украинских игроков, которые способны закрыть эту позицию. За какие-то, даже тут вопрос, наверное, не в деньгах, сколько они стоят, их просто не существует. Есть Слава Кравцов, есть буквально еще там 2-3 человека какого-то там среднего уровня, но это большая проблема. Поэтому мы не шарахаемся из стороны в сторону, пытаемся сохранить то, что у нас есть. Вот, и он первый, с которым, и первый игрок, с которым я заключили контракт. Вот, также мы оставили Максима Пархоменко. Он, в принципе, 5 сезонов уже провел в этой команде, его знают и любит публика. Он абсолютно позитивный игрок для команды. Честно говоря, не знаю, как хорошо сможет он выступать на уровне, например, Суперлиги. Но надеюсь, что он немножко окрепнет. И он парень трудолюбивый, старательный. И думаю, что он хочет играть на хорошем уровне. Вот. Также мы оставили Мишу Насенника. Очень неплохо он провел практически весь сезон, за исключением последних там 6, наверное, игр, где он явно выпадал. С чем это было связано, трудно сказать. Возможно, с какими-то его личными там переживаниями эмоциональными или еще с какими-то проблемами. Не думаю, что он был сильно утомлен, но, тем не менее, он провалил концовку. Но весь сезон, и это второй год, который он играет нормально и добротно. Вот, мы его решили оставить. И также Макс Шепель. В принципе, нападающий игрок с хорошим трехочковым броском, который был задействован уже в другой команде в Суперлиге. Думаю, что не так страшно ему будет там где-то выйти на замену, если это будет необходимо. А возможно, даже и дать какой-то результат за счет того, что у него есть хороший бросок. Если команда будет хорошо сбалансированная, подобранная, и каждый будет понимать, что от Макса ждать, и попытаться ему этот мяч довести, то есть шанс, что он может где-то даже и сыграть, добавит где-то в очках к результату. Из разговора с президентом клуба я знаю точно, что мне поставлена задача формировать команду под Суперлигу. Абсолютно однозначно мне сказали: не твои заботы, занимайся формированием команды под Суперлигу, ищи легионеров, отсматривай, подписывай, думай, как ты будешь играть. Поэтому я сегодня нахожусь в поиске игроков, немножко украинцев и в большей мере легионеров.
Еще, кстати, могу сказать, что процентов на 99, наверное, будет подписан Милен Пупович, руководство клуба. И я, в принципе, его предложил, и руководство клуба хочет, вне зависимости от того, в какой мы лиге будем играть, готовы предложить ему контракт для того, чтобы он приехал в этот город, в котором он уже сезон провел. Он любимчик местной публики, его любят люди. Мы надеемся, что даже на этого или на этого игрока пойдут люди. Может быть, мы прибавим на трибунах 100, 200, 300 человек на него придет посмотреть. И для клуба это будет только положительный момент. Я рассматриваю игрока с фамилией Джонсон, только его зовут по-другому. Вот. К сожалению, Артур нигде не играл последние там, полтора года. И не думаю, что он там в кондициях. И я не могу работать в угоду публики, потому что с меня спросят за результат. И даже если здесь будет вся публика довольна и счастлива, а я не покажу результат, я останусь без работы, а мне никак не хочется остаться без работы. Ну, по моей работе дело обстоит следующим образом, что на сегодняшний день у меня нет никаких контрактных обязательств перед черкасскими мапами вообще. Наш переговорный процесс в этой стадии, что мы договариваемся там на каких условиях, как, на сколько лет руководство клуба хочет, чтобы я остался в команде. И наряду с этим есть у меня предложение из команд Суперлиги, но я 5 сезонов проработал в Черкасах, и если, скажем так, разница будет не столь велика, там какая-то финансовая, то здесь даже дело не столько там финансы, сколько, что и в этом клубе проработал 5 лет, и я знаю, как ко мне относятся руководство клуба, знаю, что нет, меня ждут и результата, и мне хочется отработать свои деньги, которые я получал все эти годы, и показать чего-то, добиться большего на высшем уровне. Да меня даже, наверное, не остановит, если это будет, не дай бог, нас не пустят там в Суперлигу. Думаю, что я постараюсь помочь команде, чтобы она и в следующем году играла хорошо, вне зависимости от того, на каком уровне она будет играть. То есть это зависит не то, что от меня зависит, я сделаю все для того, чтобы остаться здесь и работать.